Привет всем жителям и зрителям мира цветных чернил! Добро пожаловать на 258-й выпуск рисунков, критики и одного комикса. Рисунки в этом выпуске еще майские, потому как наша очередь есть, она не может не есть. А знаете, кто ее подкармливает? Ну конечно же ты своей ленью! Ты редко делаешь выпуски, а стримы? Ну кто делает стрим в один час? Пятичасовой стрим и гудбай очередь! Здравствуй, ничего не деланье! Сам ты ленивый тюлень! И кстати, не убегай далеко, тут есть немного критики для тебя. Вот, держи рисунки, микроскоп, вперед, чтоб через 10 минут все готово было. Вот это поворот! Сами, твой лорд меня в рабство взял, изгони из него демонов, ты ж умеешь! К сожалению, нет, я могу их только вызвать, а мой лорд все правильно делает. Командуйте, лорд, у вас это лучше всего получается. Слушай, Сэмми, я вот смотрю на этот рисунок и не могу решить, где я лучше, слева или справа? Конечно, слева, мой лорд, справа вы слишком худой, щечек нет, никто вас не кормил. Черт, Сэмми, ты прям как бабушка говоришь. Отличная идея, мой лорд, вам необходима бабушка и построже. Надо срочно ее нарисовать, как она кормит вас манкой и пирогами. Стопы, Сэмми. Так, а ну-ка быстро все карандаши положили. Карандаши на землю. Не надо мне бабушку рисовать. Мне Сэмми хватает с головой. Мой лорд, там какой-то КамАЗ подъехал. А, это, наверное, Алискины заказы. Алиса, иди разгружай. Ой, мои наряды, я уже бегу. Эй, Алис, тебе может помочь? Даже не смей трогать мои платья, помнешь или еще испачкаешь? Опачки, еще один поворот. То помоги платье выбрать, то молнию застегни, а то не трогай, испачкаешь. Я, между прочим, только что руки помыл. Вот и отлично, иди критику тогда делай, раз руки помыл. А зачем мне куда-то идти, я прям сейчас могу сделать. А хочешь, я из тебя критика сделаю, вот смотри, видишь здесь какие-нибудь ошибки? Ну нет, вроде все красиво. Ну ладненько, а здесь есть что-нибудь кривое или плохо нарисованное? Да нет, конечно, это же шедевр. Окей, а в этом рисунке есть что-то, что можно исправить? Так, дай-ка подумать, есть, конечно, она же одна, ей надо пару срочно найти. Даже так? Хорошо, доктор Иксуша готов вынести вам диагноз, ты безнадежен. О, а вот тут можно было раскрасить. Так, поправочка в диагнозе, почти безнадежен. А теперь смотри, учись, студент. Прекрасное освещение, ярко выраженная трупная бледность и следы разложения. Кофта на правом плече слегка врезалась в тело, и сама правая рука смотрится крупнее, чем левая. Цветовая гамма подобрана отлично. Шрам на шее и на глазу не очень правдоподобен, но если учесть стиль автора, то это не критично. В общем, хороший рисунок. Что мы видим здесь? Ночь, глухая чаща. Наглый заяц пристает к милой девочке. Он изгрыз ей все руки, и она была вынуждена намотать на себя бинтов. А бесстыжие светлячки освещают все это безобразие. Да-да, не пугайтесь, на рисунке можно увидеть даже то, чего там вовсе нет. А если серьезно, замечательный рисунок, но все же надо добавить девочке вторую ногу. Этой малышке не помешает поправить глаза, чтобы они были более одинаковыми. Блеск на волосах сделать не таким заметным, а еще лучше заменить его на венок из цветов и травки добавить побольше. Жирный бендяй великолепен, по красоте он может уступить только деловому Борису. Алиска с большими загребущими руками мне тоже понравилась. А Сэмми, думающий, блин, да когда я уеду в отпуск, и чешущий свою репу бумажной рукой, на фоне остальных выглядит самым умным. Жаль, что Ангелина тебя там не нарисовала, что б ты тогда сказал? Тогда бы я сказал, что Иксуша выглядит умнее всех на фоне остальных. Но не будем отвлекаться и посмотрим на Бенди в луже шоколада. Хотя, кто его знает, может это вовсе не шоколад. Ладно, не важно. А важно то, что он нарисован простенько, но очень стильно. Катюше еще пока не даются руки, но зато она умеет рисовать хорошие фоны, раз. Красивую одежду – это 2, и неплохие прически – это 3. А еще прекрасные глаза, конечно же. А это намного больше, чем просто руки. Но все же надо научиться их рисовать, но мы никуда не торопимся, и мы обязательно подождем этого момента. А вот мне некогда ждать никаких моментов, мне надо работать. Го искать знакомые буквы, Сэмми, тащи читалочки. Сию минуту, мой лорд. Какую минуту, Сэмми, какую минуту? Тут каждая секунда на счету.
Надо работать так же быстро, как вот этот скаут-бейсболист. Знаете, чем он знаменит? Он пьет много радиоактивного энергетика. И очень быстро все делает, очень быстро бегает, прыгает. И, короче, он молодец. Вот поэтому тебе, Сэмми, надо работать так же, как и он. Сию секунду, мой лорд. О, другое дело. И первая наш мир посещает Таня Круг, рост 161 сантиметр, возраст 13 лет, девочка-звездочка, любит звезды рисовать, старые фото и скелетов. А не любит она короткие свитера, треугольники, окна и ночь. Хоть она и астраханка, но она не любит рыбу. Имя паштет свиной, на характер он очень добрый, любит кушать свининку. И тут моя логика просто была сломана, как это свиной паштет кушает свининку. Я понимаю, если бы это была хуманизация мясорубки и она кушала свининку, но как паштет-то кушает свининку, объясните мне, пожалуйста. Моего перса зовут Стали Бенд, от имен Сталин и Бенди с теми, кто чернильный коммунист, он союзник, а тех, кто осуждает чернильный коммунизм, он стирает в пыль. Сам он не курит и не пьет, к счастью, перед друзьями. Но у него есть танк, я его потом вам покажу. Он носит повязку из-за того, что он обчернилен, а ушанку из-за того, что у него расколот левый рог. И в крысу он любит бухлицо. Вот такой замечательный персонаж. Это Анастасия Зарицына, которая заболела фашистской корью. Лечение данной болезни неизвестно. Но у нас есть доктор Гриша, он знает лекарства от всех болезней. Но он не расскажет вам свой секрет, потому что будет его продавать всем очень задорого. А это Настя Белка, если я не ошибаюсь, она коммунистка. То есть у нее коммунистическая корь, и ее лечить в принципе не надо. Кадуцей, Кадуцей или Кадуцей. Волк 16 лет, кинофоб, арахнофоб, страдает гетерохромией, аномально длинный хвост. У него мягкий характер, он любит смотреть на звезды, если приглядеться, то можно увидеть блеск в его шерсти. Я приглядывался, но пока не увидел. Наверное, плохо приглядывался. Имя Элли, вторая личность Сайоми. Элли раньше была домашней кошкой, которая живет в большом доме с хорошей семьей. Отец, мать и двое детей. И в какой-то день отец начал бить детей, а Элли хотела остановить его, но тот убил ее. И после этого семья покинула свое жилище из-за того, что дух Элли ходил по их дому. Тебе что-то надо? А ты не знаешь, где сахар? Не, не знаю, у меня повязка на глазах, я ничего не вижу. А тебе тоже что-то надо? Да, ты не знаешь, где мой сырок? Конечно, не знаю, я его съела, и вообще у меня повязка на глазах. «Ну а тебе-то чё надо?» «А мне ни черта не надо, у меня всё есть», — говорит Валёк. «Я весёлый кекс или просто сер, а кем будешь ты?» «Я буду мороженым, потому что мне очень жарко, и я хочу лежать в холодильнике!» «Эй, Эшли, Эбби, а вы готовы со мной захватить студию Нади?» Она говорит, «Ты чё, ку-ку, что ли?» «Да Надя ж нас в порошок сотрёт!» Она же нас шиперить после этого начнет со всем, что движется и не движется. Не, мы не пойдем захватывать ее студию, мы еще жить хотим. Да что вам не нравится? Нам все нравится, лишь на мне все нравится, даже этот круглый нож мне нравится. А вот этот портрет Григория Лепса просто божественен. Ну ладно, я пошутил, я знаю, что это был не Григорий Лепс, это Билли Эль, по-моему. Но он очень был похож на Григория Лепса. А этого милого кролика-человека зовут Рудо. Почти всегда он работает в клубе, и у него есть старший брат Майк. Бинты на руках у него появились из-за того, что он что-то натворил на работе у себя в баре. А дальше у нас пошли прекрасные прогрессы, особенно вот этот. Посмотрите, кем она была и кем она стала. Ну просто небо и земля, как я люблю говорить. Санечек тоже стал выглядеть намного лучше, и ножки у него более оформлены стали, и чулочки ему подкрасили, и одежка. Да и вообще он стал более серьезный на лицо. В этом рисунке я тоже заметил прогресс, особенно черточек стало намного-намного больше. И даже здесь я вижу прогресс, хоть и очень маленький, но все-таки прогресс. Посмотрите на одежду, на брючки, на его причесочку, на его лицо. Намного стало все лучше. Еще один прогрессик, правда, почему-то автор поленился его раскрасить, но все же прогресс на лицо. А это просто лицо безо всякого прогресса, это портрет, и по-моему очень даже замечательный. А вот еще один замечательный портрет, но уже спасенной птицы. И еще один прогрессик. Пацан похудел, свитер поменял, расчесался, да и вообще стал просто красавцем.
«Мои дети не дают мне поспать», — говорит, наверное, это Микс, потому что он тут не раскрашен, и автор первый раз в жизни его не подписал. «Но у меня есть для тебя дельное предложение. Смотри, нам нарисовали огромное количество красивейших вокалоидов, которые поют, поют, поют без остановки. Забирай их всех, ставь возле кроватки с детьми, они будут петь, и все, и твои дети будут спать, спать сладким сном. А хочешь, я расскажу твоим детям историю? Слушайте внимательно. Иду я, значит, как-то по лесу, и вдруг выскакивает... Нет, нет, не какой-то там маньяк ужасный. Нет, нет, и не девчонка с мечом, нет. Выскакивает представитель Орифлейм, и причем он был с автоматом, и орет за компанию Орифлейм. И давай мне предлагать всякую фигню. Хотите приобрести, говорит, в нашей компании, например, консервную бутылку, где было раньше желтое вещество, или что-то еще из нашего мешочка? Но я не растерялся и говорю ему: «Ой, здравствуйте, а я представитель Еговы. Не желаете ли отписать нам свою квартирку, ваше состояние, банковские счета и ваше нижнее белье?» И тут он остановился мне что-то предлагать, внимательно на меня посмотрел и понял, что еговисты-то покруче всяких представителей Орифлейм, и дал дёру, и с тех пор я его больше никогда не видел. Все, тут и сказочки конец, а кто слушал, молодец. «Женщины такие стервы, брррр», — говорит он. «Нет, ну почему? Ну давайте посмотрим на других женщин, например, вот на нее. Посмотрите, какая она милая, красивая, Мальвина. Она учила Буратино писать, читать. Она очень даже хорошей девочкой была. Хотя, если посмотреть с другой стороны, она заставляла его чистить зубы, посадила его в чулан с пауками. Не, чистая стерва. Или вот посмотрите на Сарабель. Ну какая же она стерва, она милый, замечательный ангелочек. Или посмотрите вот на Корабель, она хоть и злая, но все равно милая. Да что там, посмотрите на Дэш. Само совершенство, ни капельки стервозности. А вот целая толпа замечательных девчонок, Аполлинария, Кефир, Пульха. Чистые ангелы во плоти, о, выбирай любую. Об этой даже и говорить нечего, это просто леди. Еще одна леди Екатерина, многодетная мать, комсомолка, спортсменка и просто красавица. А на Нику посмотрите, она с Ричардом чаек пьет. Ну разве не милашка? Ну где ты тут стерву увидел? У нас же одни принцессы сплошные на канале, никаких стерв, все добрые, милые и любезные. А вот что ты про Бетти, например, скажешь? А про Бетти ты что-то должен сказать, смотри, там видишь маленькими буквами критика написана. О, черт, я, видимо, проворонил. Да-да, проворонил, давай говори что-нибудь. А что тут говорить, превосходный рисунок. Даже эти жирные контуры мне понравились, они ей очень идут. Улыбка у нее как у Моны Лизы. Нормальный рисунок. А вот еще ты пропустил один рисунок. А там написано картинка-загадка. Ой, ну какая картинка-загадка, ну никто же не отгадает. Я бы в жизни не угадал, кто это. Ну хорошо, ладно, давай прокритикую. На мой взгляд, неплохой рисунок. Немного странная форма лица у него, и непонятно, то ли это человек, то ли фури. Над глазами автор особенно постарался, вырисовал каждую детальку. Короче, осталось разобраться, это человек или не человек. Человек, вампир, пони, какая разница? Ты лучше посмотри, какого нам Нормана нарисовали. О нем еще кто-то помнит. Не, мы тоже помним про Нормана. Но этот автор про него не забыл и нарисовал. Причем, посмотрите, в двух экземплярах, в человеческом виде и в виде монстра. Прекраснейший Норман. А вот посмотри, Ксюша, семейство мотыльков. Автор спрашивает, кто из них самый красивый, самый милый. Так, мне кажется, вот этот Снежок самый милый, а вот этот с усами похож на Якубовича. Точнее, нет, он не то что похож, это и есть Якубович. Короче, самые милые это Якубович и Снежок. Да-да-да, Якубович и Снежок, они самые красивые. А сейчас давайте сделаем маленькую паузу и посмотрим на один комикс. Итак, в одном прекрасном городе стояла Майк Браун Студио, и один прекрасный человек искал одну прекрасную работу. Вроде бы третий этаж. Так, кабинет 105. Заходите, присаживайтесь. Здравствуйте, я бы хотел устроиться к вам на должность аниматора. Хорошо, как вас зовут? Я Рома. А расскажите немного о себе. Ну, живу я хорошо, дом красивый, девушка отличная. Вредных привычек у меня нет, мне 21 год, родился я в 98 году. Детей пока нет. А зарплата в 45 тысяч вас устроит? О, конечно. Вот и замечательно, вы приняты. Большое спасибо. Держите, ваш номер 403, вот ключ от кабинета. Да, я все понял. Ну и короче говоря, он пошел в свой кабинет номер 403. И на этом история обрывается, но автор обязательно ее напишет, и тогда мы ее дочитаем.
А сейчас мы посмотрим на него, на плачущего бедного Пеннивайза, у которого слезы просто ведром льются из глаз. Но потом пришел другой Пеннивайз, поцеловал его в лобик, обнял, и все, тот перестал плакать. А еще он отобрал у нее один леденец и отдал ему. Ну, что тут такого? Ну, у нее два леденца, ничего страшного. Она не жадная, поделится. А это чья-то голова, которая бороздит просторы космоса. Не знаю, что он там делает. А это заяц, которому хана скоро будет, потому что он постоянно курит. Он на каждом рисунке курит, курит, курит. Когда он уже курить бросит? Прекрасно, Альгира тоже плачет. Надо второй леденец у той девчонки отобрать, а Альгире его отдать. Ну, его, я думаю, вы узнали, да? И что у него на тарелке, вы тоже знаете. А вот это я не понял, кто. Это Уильям в женской версии или это еще какой-то новый персонаж? Это прекрасная женщина-волк или женщина-динозавр, или я не знаю, как ее назвать. Это дочь Таисии. Мой лорд, уже пора заканчивать передачу. Вы устали, вам пора отдохнуть. Хорошо, Сэмми, только я сейчас на Шэдоу посмотрю, какой он стройный, красивый. В мультике он не такой хорошенький. Мой лорд. Ну подожди, вот игра какая красивая, посмотри, какую милоту нарисовали. Ну грех же не посмотреть. О, ну началось, пора отдохнуть, вы устали. Я не устал, я еще могу сотню рисунков прокомментировать. Вы что, с ума сошли? Вам пора отдыхать. А, ну ладно, хорошо, ребята, все, давайте заканчивать нашу передачу. Мы обязательно с вами еще увидимся. И, кстати, кто не нарисовал Гену и Чебурашку смесь на конкурс, обязательно нарисуйте, у вас еще пару дней осталось. А с вами был ваш Бындяй и Мир Цветных Чернил. Всем пока-пока.